Русский язик приводить русский мир і всі прелісті русского мира. Зараз відповім, тільки додивись до кінця і передай своїм однодумцям. Русский мир – это не равно русский язык. Русский мир – это отсутствие прав и свобод. Русский мир – это неработающие законы и право сильного быть правым даже в суде. Русский мир – это ограничение свободы слова. Русский мир – это кража людей и лишение их свободы без суда и следствия. Русский мир – это коррупция на всех уровнях государственной власти. Русский мир – это бедность, нищета и отсутствие каких-либо перспектив в развитии. Русский мир – это когда человек с автоматом всегда будет прав в своих действиях, даже если он нарушает закон. Русский мир – это ограничение людей в своих желаниях, стремлениях и выборе. Русский мир – это все, что растворяет личность человека в серой массе имперского мышления. Русский мир – это агрессия к инакомыслию. Русский мир – это когда на улице могут избивать людей, и полицейским нет до этого никакого дела. Як все ж таки чудово, что Украина смогла протистояти русскому миру и выбрала кровью право залишатися вільною та демократичною державою.